Делаем поклон. Подъем кундалини и банда. Шри Матадж, мы благодарим вас за медитацию. Спасибо вам за все благословения, которые вы нам принесли, за то, что вы ведете нас в духовном пути, за то, что вы пришли на эту землю, дали нам реализацию, дали нам сахаджа-йогу. Вы приняли нас в свое тело и растите, как своих детей. Спасибо вам, Шри Матаджа, за все ваши благословения и любовь. Джей Шри Матаджа. Спасибо всем за медитацию. Теперь мы можем начать обсуждение. Напишите, пожалуйста, кто готов выйти в эфир. Напишите в чат, и я вас добавлю. Всем добрый вечер. Не ожидала, что будет такая большая пауза. Не хотела первой говорить, но придется. Сейчас я немножко сделаю. Да, это я. Я просто не со своего компьютера. Я буду говорить, ну, то, что чувствую лично я, и, возможно, многие это уже давно почувствовали, для них это не новое, но я вот просто буду делиться с тем, что до меня дошло. Начну с писем, буду по порядку идти. Вот большое письмо, там есть маленькое письмо. Ну, вот из маленького письма вот... Такой мне понравился абзац, что Гандиджи говорил, что правитель должен верить в любовь Бога, в дхарму и в единение. То есть вот, вот это тот правитель, с которым как бы государство будет процветать. Но не стоит ждать, это я уже от себя считаю, не стоит ждать, что вот вдруг с неба свалится такой человек, который верит в любовь Бога, в дхарму и в единение. Мы должны сами своим поведением, своим вот этим... излучением веры в любовь Бога, в дхарму, в единение, создать такого человека, ну, это я так говорю, создать, то есть как бы энергия распространится, и такой человек появится. То есть, опять-таки, все смотрим на себя и начинаем с себя. Вот, ну и теперь как бы к письмам. А вот в письме мать говорит, что сложно быть и матерью, и гуру одновременно. И вот что я прочувствовала. Я вот, повторюсь, сейчас с самоизоляцией ведем вебинары, ну, многие ведут вебинары. И что я на себе заметила? Что на этих вебинарах, так как ты, ну, говоришь новичкам, тем, кто вообще ничего не знает, то очень часто, то есть каждый эфир ты рассказываешь о Шри Матаджи, какие-то слова, что это ее заслуга, ну, то есть какие-то качества, постоянно к ней обращаешься. И я обратила внимание, что, ну, может быть, это и не поэтому, но
вот это вот постоянное внимание нашей матаджи не просто на сахаджи-йоге, там, на каких-то интроспекции и прочее, а именно конкретно на Шриматаджи, она внутри мне развила очень большую бхакти, скажем, со словами сахаджи-йогов. То есть до этого мне все говорили, надо вот бхакти, надо вот, ну вот надо к Шриматаджи там вот баджаны там ей петь или еще что-то, или еще что-то. То есть я хочу сказать, что раньше у меня было отношение к Шриматаджи как к гуру. То есть у меня было уважение, у меня было почтение какое-то такое вот, то есть я понимала, что это Бог, но это я понимала. То есть было такое вот как бы дисциплинарное уважение. Вот. А вот благодаря вот этой вот, постоянно обращаясь, ну, рассказа Шриматаджи о том, что она всю вот эту вот работу какую проводит, то это внутри меня уже дало как бы осознание, что я действительно одна, ну, как бы чувствую, что это мать, что вот это у нее есть любовь, что это Бог. То есть уже я не, нет такого, что вот гуру, и я должна как бы, я должна хорошо себя вести. А тут уже внутри, внутри такие ощущения, что а я не могу себя вести по-другому. То есть как бы, не знаю, как объяснить. То есть, ну, как Шриматаджи тут говорит, что только испытывая искреннюю любовь, можно делать работу и осознавать, что можно, а что нельзя. Вот. И я поняла тоже на себе, что без вот этого внимания на Шриматаджи, на матери, а даже если ты рассказываешь о сахаджи-йоге, даже если ты там проводишь, вот, например, ну, какие-то такие, ну, программы там, даже там в Нирананде, то есть, ну, если, ну, в Нирананде новички, как бы про Шриматаджи не надо никому ничего рассказывать, все равно, как бы, от этого растет только эго. Вот это я на себе прочувствовала, что. А когда ты говоришь о Шриматаджи, ты тем самым, как бы, склоняешь, сдаешься на ее волю, на ее милость, и как бы эго немножко подрубается. Вот. И сложно быть адхармичным, как там Шриматаджи говорит. Вот. Ну и Шриматаджи говорит, что мы образец для подражания, и нужно осознать роль сахаджи-йога в этом саморазрушающемся мире. Вот. И то есть, но опять-таки повторюсь, что мы образец для подражания. Мы должны постоянно быть не на словах, а на деле тем, как бы, о ком мы рассказываем, какие мы должны быть, и о ком Шриматаджи рассказывает. Вот, теперь о лекции. В лекции Шриматаджи говорит, что не принимать любовь как должное, а должны осознавать, что нужно доказывать свои способности, должны улучшить себя. Сейчас не помню, что я хотела про это сказать, но самое главное – не принимать любовь как должное. Вот. То есть мы должны… Ну, это опять-таки, говорю, красная линия всех лекций и всего, что мы должны своим поведением, своим внутренним состоянием, своим ростом доказывать вот эту преданность Шриматаджи, посвящение и преданность. Вот. Ну и потом она говорит про то, что... И очень часто я вот сейчас просматривала лекции перед Днем Победы, пробегала так вот по всем в электронной библиотеке, и обратила внимание, что практически во всех лекциях, где Шриматаджи рассказывает про эго, в этих же и лекциях идет про приятную речь, что должна быть приятная речь, должна быть сладкая речь. То есть один из способов, как уменьшить эго, как не бороться с ним, а уколоть его, как Шриматаджи говорит, это приятная сладкая речь. Наверное, потому что наше эго зарождается на вишуди чакре, и как бы вследствие, не давая на вишуди эго зародиться, мы тем самым не даем ему дальше там расти. Вот, и самое как бы основное, что в этой вот лекции еще говорится, что приятная речь должна быть не просто приятная речь, а именно у сахаджи-йогов, между сахаджи-йогами. И
самый вообще величайший грех, это как бы, вот в этой лекции говорится, это говорить плохо, критиковать других сахаджи-йогов. Вот. Так, так. Ну и Шриматаджи, тут вообще вся как бы красная нитка этой лекции, это любовь. И что как бы для меня, ну, чем меня эта лекция вдохновила, тем, что все это любовь понятная. То есть не какая-то там такая вот, как вот иногда бывает лекции там, немножко завуалировано как-то, а здесь все прямо открыто, настолько вот как мать. Мать действительно рассказывает своим детям, как вот она может, как может подобрать слова, чтобы рассказать, что она любит. Вот так вот она старается как бы сделать. Вот она говорит, что мы должны полюбить друг друга, и как только мы полюбим друг друга, то мы сразу увидим хорошие качества, и тем самым мы их будем впитывать. То есть не просто мы их будем замечать, но еще и будем впитывать. Связываться между собой любовью, а не ненавистью, не принижать другого сахаджи-йога за недостатки. Вот, еще что-то я тут вот отметила, сейчас посмотрю. А, ну это я... Так, вот. И я что хотела сказать на вот эту всю тему по поводу отношений между другими сахаджи-йогами. Это я сейчас скажу просто, опять-таки, просто свое мнение. Раньше... Ну, я не знаю, я в чатах не сижу, там, поэтому я не знаю, какая там атмосфера, но раньше вот эта вот негативность между разными сахаджи-йогами разных стран, разных коллективов, даже в одном городе, она была открытая. То есть одни говорили, ты не прав, там другой говорил, ты не прав. Был вот этот группизм, разделение, вот это все. Сейчас, как вот мне внутренне кажется, это ушло из открытого в кулуары. То есть все равно ощущается внутри, что одни йоги себя считают как бы лучше других, но как бы открыто об этом не говорят, но это все равно внутри ощущается, внутри. То есть проблема не ушла. Она как бы ушла там из каких-то вот прям открытых вот таких групп там и прочее. Вот. Но это, как мне кажется, может быть, так и нет на самом деле. Может, это моя как бы негативность какая-то, что... Но вот у меня почему-то внутри складывается такое ощущение, что все равно... И вот это вот... Я вот всегда говорила, что, ну, это опять-таки мое личное, когда вот сахаджи-йоги друг друга называют брат-сестра, это, знаете, как теряется ценность этого слова. То есть люди, как вот я не знаю, товарищ пионер, там вот так вот, пионер там или октябрионок, то есть какой-то такой ярлык, вот брат-сестра. Вот мне почему-то, я вот не могу, если я не чувствую действительно к человеку какую-то любовь и искреннюю такую вот, единение с ним, вот коллективность с ним, коллективный как бы единый организм, я вот не могу его называть брата или сестра. Не знаю, может быть, это неправильно, но опять-таки говорю, это моя вот точка зрения. Вот, и Шриматаджи говорит, что если мы, вот опять-таки, если мы не можем быть одним целым, то как мы можем думать, что весь мир – это единое целое? Думайте о сильных качествах каждого сахаджи-йога, вот, не говоря уже о простых людей. Про простых людей вообще, мне кажется, что, ну, то есть те, кто не реализован, их уже сахаджи-йоги вообще как бы там за людей не считают. Ну, не то, что за людей не считают, но как-то вот отодвинули. Вот, и последнее, что я хотела сказать из всего. Вот, по поводу, вот еще, что мне дали вот эти вот эфиры, которые проводишь онлайн. Вот Шриматаджи говорит, мы должны вырастить, то есть мы подобны семенам, и это семя даст рост целому дереву. Вы должны вырастить все другие деревья, настолько вы важны. И сегодня вам нужно решить, что в личной жизни вы будете честными, вы будете следить за собой, вы будете интроспектировать, вы не будете лгать, вы будете заботиться о своем целомудрии, заботиться о своей жизни, как о чем-то ценном. Вы не будете обманывать себя, не будете принижать себя, не будете порочить себя в своих собственных глазах. Сегодня вы должны пообещать мне, что вы будете медитировать, вы будете интроспектировать, а затем погрузитесь внутрь самого себя. И вот опять-таки, благодаря вот этим онлайн-эфирам, когда ты... Ну, я не знаю, я потому что просто такую обычную реализацию никогда не давала. Может быть, люди, когда... То есть это то же самое, если вот давать... просто публичные программы. Но у меня такого опыта нет, поэтому я могу как бы делиться только опытом вот через интернет. Когда ты рассказываешь людям,
если ты действительно как бы относишь себя к человеку, который занимается сахаджи-йогой, ты не можешь говорить неправду, в том плане, что ты не можешь говорить, что надо быть целомудренным, надо быть щедрым, а сам таким не являешься. Это как бы лицемерие, неправда, и это просто предательство по отношению к Шриматаджи. И вот это вот в силу того, что ты должен рассказывать о том, какой должен быть человек, заставляет тебя интроспектировать, заставляет себя, вот как там Шриматаджи говорит, не лгать, быть честными, заботиться о своем целомудрии, заботиться о своем жизни, не обманывать себя. То есть меня вот это вот тоже подталкивает на то, чтобы, как говорится, держать себя в форме. Вот. Да, наверное, вот это я хотела сказать. Поэтому давайте все любить друг друга, не критиковать. Вот. Всем спасибо большое. Всех с праздником, прошедшим День Победы. Вот, выключаюсь. Спасибо, Рита, что свой опыт рассказываешь. Кто еще хочет у нас выйти в эфир? Джей Шриматаджи всем. Меня слышно? Отлично. Хочу поблагодарить Риту. После такого выступления точно как-то не страшно больше, нету никаких внутри таких эмоций. Просто говорить. Так вот, я тоже как-то хочу больше поделиться своим опытом. Я даже когда вот слушала раньше прошедшие семинары, так что мне запоминалось, так это те моменты, когда йоги делились именно своим опытом. И как вот Шриматаджи лекции, как ее слова действуют на наше осознание, наш духовный рост. Так вот, начну с того, что прошлый семинар был мой первым семинаром, когда я вышла и попала у вас на трансляцию. И, в общем, это точно мне дало очень большой толчок в моем росте, потому что вот после прошедшего семинара все те моменты, которые я погрузила в свое внимание, что я заметила в лекции, они начали все прорабатываться за вот эти две недели. И вот прошлый раз, когда я говорила, что самая главная фраза, которая попала на мое внимание, была про глаза, так вот после этого семинара практически я все время работала со своими глазами. И вот я заметила, что это становится все легче и легче, наблюдать за своими глазами, за своим взглядом, за своим вниманием, куда оно уходит. Конечно, это все еще трудно, но даже появилось такое, не знаю, как бы интерес, вот, а как будет сегодня, да, куда, на что опять уйдет мое внимание, на что опять уйдут мои глаза, и вот как пройдет сегодняшний день. После изучения лекции я все-таки поняла, что как важно не только слушать лекции, но их конспектировать для себя. А самое важнее – это все-таки делиться своей интроспекцией и своим просто пониманием, потому что это действительно работает все по-другому. И даже вот в этой лекции Шриматаджи тоже говорит о глазах. Моя любовь отражена в наших, ваших сияющих дхармичных глазах. Укрепляйте ваше внимание, направляя ваши глаза к Матери Земли. Таким образом вы получаете любящий бандан вашей Наны. И вот еще как-то на прошлом семинаре хотела сказать, но как-то не сказала –
Вот как мы медитируем в онлайн, да, и у нас в коллективе медитации постоянно и проходят всякие семинары. Я как-то начала тоже наблюдать за поведением сахаджа-йогом, йогов. И вот особенно как-то мое внимание пошло на взгляд. И только вот заметила, только у нескольких йогов, вот весь семинар, когда мы общались, их взгляд был полностью стабильный. Значит, они вообще даже не моргали глазами, просто как бы смотрели в одну точку, но я понимаю, что полностью держали внимание в сахасраре, и вот это мне очень заметилось. И после этого семинара вот я прихожу в Нирананду и попадаю вот именно вот на этот семинар, где Шриматаджи так просто говорит про глаза. Так вот это мне очень заметилось. Еще что вот интересного произошло, после прошедшего семинара я даже когда вот начала сейчас даже по-другому слышать лекции, раньше как бы слышишь, но как бы особенно не очень понимаешь и осознаешь, интроспектируешь в то время, когда ты смотришь. А вот сейчас такое впечатление, что я даже по-другому слышу, я понимаю, что Шриматаджи говорит. И вот везде я сейчас начала, сколько лекций я бы не слушала, везде я слышу слово «осознание», что вы должны осознать не только себя, но и вообще все. Раньше я как-то слово этого, может быть, и слышала, но значения я ему не придавала. Так, ага, и еще вот мне такое интересное показалось, просто пришла такая мысль, что сахаджа-йоги, как и в жизни, мне кажется, если ты хочешь стать мастером в каком-то деле, ну ты просто должен работать с собой, своими, не знаю, просто с собой, своими навыками, чтобы что-то, ну, как бы кем-то стать. Так вот, как-то раньше я просто так думала, что вот, как и все, наверное, ты сидишь, медитируешь, чистишься, ездишь на пуджи, все такое, и как бы духовный рост твой происходит. Но вот когда я начала понимать, осознавать, что все-таки что-то не так внутри, что не происходит так, как Шриматаджи говорит, так вот я сейчас понимаю, что все-таки вот мы должны, я должна работать над собой. И как Шриматаджи говорит, особенно работать над своем вниманием. И вторая часть, это лекция про отношения с сахаджа-йогами. В общем, я как прочитала вот эту лекцию, я как бы понимаю, как надо общаться с сахаджа-йогами, не только с сахаджа-йогами, с людьми, что это должно быть через любовь, вот эти все красивые слова. Я это как бы и на других семинарах, и до сахаджа-йоги, когда я занималась саморазвитием, просто я всегда эти слова слышала, да? Но даже в сахаджа-йоге, вот столько лет промедитируя, я понимаю, что у меня этого так и не получается. Все равно же внимание уходит на негативные части людей, и вот этот критицизм, критика, она как-то никак не выходит. Вот сколько мы общались с йогами, ну так все говорят вот эту обычную фразу, что, ну, это блокировка вишуди, да, надо тебе прочиститься, когда чистится вишуди, в общем, все пройдет. Ну, как бы я много чистилась, вишуди очищала, и чего я только не делала, но как бы особых перемен как-то не очень видно. И вот я как прочитала вот эту лекцию, и я думаю, а что я скажу на семинаре? Как бы это все ясно, но у меня как-то не получается. И я как-то этот вопрос оставила, и потом просто про этого больше не думала.
И после некоторых, после нескольких дней мне просто пришла интроспекция, произошла интроспекция, и мне просто внезапно пришел ответ. И этот ответ, конечно, он был сильным и самым основным. И, в общем, я поняла, где моя проблема вишуди и общения. И это проблема в закрытом сердце. Что я, оказывается, у меня нету любви к людям. И, наверное, нету любви к себе. И вот я как это осознала, конечно, сразу так страшновато стало, потому что когда ты осознаешь такие вещи, если ты не медитируешь, если ты не йог, ну я не знаю, мне кажется, ну просто страшно такие вот осознания про себя узнать. Но я как-то смирилась, не испугалась. Я даже потом рада была, что наконец-то вот я поняла, в чем моя проблема. И совсем не в том, что вишуди снаружи заблокировано, а просто из-за сердца. И как интересно, когда вот я это осознала, все началось раскручиваться. Шиматаджи прислала мне такую обычную книгу, в которой там написаны те же самые слова, что Шриматаджи сказала в этой лекции. Но я как-то не сумела услышать Шриматаджи, но вот в этой обычной психологической книге я услышала. Я понимаю, что Шриматаджи нам помогает, ну, всеми методами, как она может, чтобы до нас вот дошло. Я как прочитала вот эту книгу, там по пунктам, что надо делать, да, как общаться с людьми. Раз, два, три. Я услышала, и я начала вот так работать с собой. И вот уже работаю вторую неделю, и перемены, ну, просто, ну, большущие. Вот сегодня утром я пошла на свою утреннюю прогулку, да, это было рано утром, 7:30 где-то, и почувствовала, так открылось сердце, просто увидела вот женщину, которая занималась спортом, мне так захотелось просто поздоровиться с ней, что-то сказать красивое. И просто вот сегодня за эту прогулку я поздоровалась с 3 людьми, но это было не через ум, а через сердце. И я почувствовала, как вот эта любовь из меня откликнулась в их. И было, не знаю, так радостно и так просто хорошо. И вот после вот этой книги и после этого Шриматаджи слов я просто начала изменять свою позицию внутри, что когда я вижу человека, я не должна его критиковать и видеть плохие вещи, а я просто должна изменить позицию и начинать видеть все, что в нем хорошее. Но вот раньше, пока не было сознания, это бы сделать было очень трудно. И через ум это все-таки невозможно. А вот когда происходит осознание, и когда сердце открывается, тогда вот эти все знания, они просто воплощаются, и это становится очень легко. Но это не значит, что надо расслабиться, ничего не делать. Потому что Шриматаджи очень часто тоже в своих лекциях говорит даже про внимание, что это ваша привычка. Внимание держать то туда, то сюда и все такое. А привычка, как мы знаем, изменяется не так уже легко. Так что вот, начала развивать новые привычки в себе. Так что очень спасибо всем. Я очень рада, что я нашла, что мне Шриматаджи прислала Нирананду. Такое, не знаю, как по-русски сказать, общество, да, сахаджа-йогов, где ты можешь просто открыто, искренне поделиться своей духовностью, своей интроспекцией и своим пониманием.
Так что большое спасибо Шриматаджи и всем вам, которые вы собираетесь и делитесь своим знанием и осознанием. Джей Шриматаджи. Спасибо большое, Лина. Мы очень рады, что вы так влились хорошо в наше обсуждение, в интроспекцию. Вообще очень классно. Многое отозвалось того, что вы говорили. Илья тоже сейчас слушал и такой, да, я тоже так думаю. Очень много соглашался. Спасибо. Кто еще у нас хочет выйти в эфир? Всем Джей Шриматаджи, меня слышно? Угу. Я тоже хотела поблагодарить Лину за то, что она так искренне выступила. И во мне тоже очень многое. Это прям вот и моя дорога тоже была. И это так здорово. Вот. Теперь по поводу лекции, по поводу писем, что я для себя открыла. Вообще, ну, несколько раз, понятно, читаешь, я всегда у матери вижу сначала только одну сплошную любовь. Я вообще ничего там не вижу. Я просто вижу, что это течет, льется, как вот поток амброзии какой-то на меня. Вот. И потом думаю, а где же зерно? Любовь, она всеобъемлющая, она... То есть она вообще все, вот. Но чтобы вытащить, что же тебе нужно, приходится более пристально смотреть на этот материал и искать то, что ты хочешь узнать, то, что тебе поможет в дальнейшем сознании. И вот в этих письмах, Шриматаджи, я как-то все обобщу, да, она столько много любви вылила в этих письмах, и столько у нее проявлено искреннего желания, чтобы мы познали истинную дхармичность, настоящую любовь, научились наслаждаться духом и полностью верили в это. Как вот во втором письме, что Гандиджи верил в любовь Бога, в дхарму, в единение. То есть мы должны этим стать. Вот. Всегда у меня теперь эта параллель идет, что когда мы приобретаем качество духа, когда мы становимся духом, это становится нашей сутью. И чем больше мы познаем этот дух, тем больше это раскрывается в нас. Как, ну, конечно же, как любовь. Потому что дхарма, оно почти сразу после реализации начинает работать. И процесс становления нас абсолютно дхармичными, он, конечно, длинный, вот, но какие-то качества мы сразу же осознаем в себе и исправляем. Вот. А ну, из лекции Шриматаджи я помню, что она говорила, получается, что мы сначала ограничиваем себя этой дхармой, а потом мы становимся дхарматит. То есть дхарма уже, она... Я даже не знаю, как это сказать. Она просто и внутри, и вне нас. Вот. И любовь выше дхармы. Вот. Потом насчет сейчас дальше письма. Вот у меня вот этот вот абзац так затронул про целомудрие. Когда цитадель целомудрия пошатнется, и все здание сахаджи-йоги рухнет. И кто может страдать? И еще раз она нам показывает, что если вы дух, то вы не страдаете, потому что страдает только ум. Вот, вот это я увидела. А первая пуджа-гуру, я не буду тут ничего перечислять, потому что здесь ну, все такое ценное. Единственное, что я хочу сказать,
то, что я увидела. И для меня это было таким открытием, может быть, потому что я не так много сахаджи-йоги, может быть, эти лекции мне не попадались, но эта лекция мне точно до этого не попадалась никогда. Вот. И я увидела, и у меня прям вот мурашки по всему телу. Оказывается, в 77-м году Шриматаджи взяла с нас эти обещания. Это для меня просто было такое открытие. Получается, еще тогда, на заре сахаджи-йоги, она попросила нас дать эти обещания, что мы станем любить друг друга, станем абсолютно дхармичными. Наша речь станет очень красивая, что мы не будем никого осуждать, не будем критиковать, и что мы станем послушными для своей матери. И вот у меня такое вот пошло, что вот эти обещания, это как, знаете, вот смотришь пураны разные, да, фильмы вот эти, когда даются обещания, это прямо небеса содрогаются, потому что обещания надо выполнять. И когда вот это вот Шриматаджи произнесла, я почувствовала, что это то, что мы обязаны выполнить. Это наш путь. И вот это все, что мы выполнили, получается, когда мы становимся абсолютно дхармичными, когда мы познаем свой дух, и даже на пути к этому мы постепенно-постепенно познаем любовь Бога. И я вот свой личный опыт скажу, да, вот в Нирананде, ну так глубоко я уже вот год медитирую, хочу сказать, что за этот год это просто что-то невероятное. То есть вот чем больше ты погружаешься внутрь себя, тем больше пропадают все отождествления тебя с чем-либо или с кем-либо. И ты просто учишься любить. И вот это вот открытое сердце, которое становится все чаще и чаще открытым, и именно с этим открытым сердцем ты ни к чему не привязан. Эта любовь, она просто льется из тебя. Она как поток. И вот у меня такой опыт был не так давно. Мы же все сидим на самоизоляции. Мы ходили, ну, мне надо было, необходимо было выйти на работу. И я дома сижу, мне настолько хорошо дома, уже все как бы, все баталии кончились, все мы тут притерлись, и как бы нам стало всем прекрасно и замечательно. А тут надо выйти на работу. И ты сидишь и ничего не чувствуешь. Как бы, и что там? А зачем туда ходить вообще? Ну, вот надо. Ну, ладно. И как бы отбрасываешь вот эти умственные какие-то вещи, и вот я пошла на работу, и вот знаете, такая интересная вещь, ты заходишь туда, видишь первых людей, ты их не видел там месяц, может быть, чуть больше даже, видишь первых людей, и вдруг это сердце, оно просто становится огромным, и ты даже не знаешь, как из тебя выливаются эти слова, они просто текут из тебя, ты рад их просто видеть, этих людей, ты рад их услышать, ты хочешь им сказать какое-то приятное что-то, хочешь передать свое состояние. Это состояние, оно просто спонтанно появилось у меня, и оно, вот сколько я там была, оно все просто текло. И я даже не знаю, как это работало. Я, по-моему, просто наслаждалась всем этим. Поэтому вот еще раз повторюсь, что для меня вот эта лекция, она вот суть того, что когда мы есть любовь, для нас нет никаких преград. И мы становимся, и мы уже есть, и абсолютно дхармичные, и абсолютно сладкие. И мы то, что, чем мы являемся. Ну вот, как-то вот такое вот мое выступление. Спасибо всем большое за то, что меня послушали. Здесь меня хочу. Спасибо большое, Наталья. Кто еще у нас хочет выйти в эфир?
А, сейчас, секундочку, свет. Я тогда присоединюсь, пока помню о том, что хотела сказать. Спасибо всем большое. Сегодня такие сердечные выступления. Пройдусь прямо с самого начала по письмам и лекциям. Вот первое письмо, мне там показалось очень вдохновляющей мысль, которую Шримата же высказала, что каждая идея реализованной души может быть материализована. А потом она так говорит, продолжая это, что каждый сахаджа-йог может соткать прекрасный узор радости, вызывая наполненные радостью мысли в самом себе. И значит, что вот эти мысли радости в каждом сахаджа-йоге могут быть материализованы. Для меня это было прям таким вдохновением, потому что последнее время все время упираешься в то, что должна быть радость и открытое сердце. И то, что это открытое сердце, вот то, что вы говорите с открытым сердцем, оно меняет пространство. Оно материализуется и как-то влияет на весь мир. Вот это прям меня вдохновило, потому что какое-то вот значение радости и открытого сердца, оно прям увеличивается от этого, что это не просто для меня, например, чтобы я себя комфортно чувствовала, чтобы я была открыта и радостна. Это открытое сердце трансформирует мир, пространство вокруг. Вот. Очень интересно. То есть я так это назвала себе «О реальном значении радости». Эту запись. Еще дальше Шриматаджи уже в письме на Пуджигуру, Гуру Парнима, говорит о том, как она, как мать, работает как гуру, то, что она не строго нас дисциплинирует, она ведет, направляет, впитывает все наши потрясения, усаживает нас так плавно, как не спадающий листок на жесткую поверхность истины. И она укрепляет нас, чтобы удовлетворить стремление к достижению духовных высот. И то есть я так поняла, что Шримата же как бы делает все, чтобы мы не чувствовали, что мы потерпели неудачу в сахаджа-йоге. Она нас поддерживает и до последнего ведет, каждый раз вселяя надежду. И как бы, когда у нас открытое сердце, мы всегда имеем надежду, в каком бы мы состояние не были, если у нас есть негативные какие-то пхуты, вообще невозможно изменить свое состояние, но надежда всегда от Шриматаджи идет. И надежда должна, наверное, вот эта вера в себя умирать последней. Я тоже вдохновилась этим, когда теряю надежду в себя, то теперь вспоминаю, что Шриматаджи всеми способами пытался населить надежду. И недавно у меня был такой разговор с одним из начинающих йогов, и он сказал, что в очень тяжелом положении находится, у него какие-то проблемы в жизни, и ему прям совсем плохо. И что бы я могла ему сказать? Чем помочь? Ну, я, конечно, там сказала почистить левый канал, а потом я просто то, что себя меня успокаивает, я ему сказала, что ваша кундалини вас ведет и вот делает все, чтобы вы решили эту ситуацию внутри. Поэтому все будет хорошо. Ну, потому что Бог нас на руках буквально держит, и ему почему-то вот именно это помогло. Он сказал, что вот я подумала о своей кундалини, что она мне так идет. Ну, то есть он вот это почувствовал, и я поняла, что меня же тоже это всегда спасает из любых плохих ситуаций. Вот это вера в Шриматаджи, что она нас любит и ведет.
Дальше. Игра ума приводит вас к греху, и мы становимся нечувствительными к греху. Сегодня я хочу, чтобы все вы приняли решение, что станете абсолютно дхармичными. Это сложно быть дхармичными. Общество, окружение заставляет вас быть адхармичными. Для сахаджи-йога сложно быть... А потом Шримаджи говорит, для сахаджи-йога сложно быть адхармичным, потому что нас вибрации все время заворачивают обратно. И тоже это... Но это постоянно случается. То есть мы падаем, потому что мы чувствуем, что потеряли вибрации. То есть мы не в жизни, ну, в жизни у нас, может, ничего не меняется, но мы чувствуем, что потеряли вибрации, наше состояние испортилось. Мы чувствуем какую-то чакру неприятную, зудящую, и хотим исправиться, и хотим ее почистить, хотим вернуть опять вот это состояние благоприятности, вибрации и радости. То есть нам сложно находиться в адхармичном состоянии, поэтому мы растем. И, честно говоря, у меня в последнее время все время... Раньше было внимание все время на духе, хотелось прям чувствовать дух, почувствовать наслаждение, радость от него, как-то открытое сердце установиться в этом, а сейчас мне хочется чувствовать чистоту внутри, полную. Ну, то есть, наверное, агью хочется очень пройти, потому что вся игра ума приводит нас к греху. И когда я сейчас медитирую в последнее время, я все время прошу кундалини меня вычистить, и как-то так стараюсь наблюдать за собой, вот за этим инструментом, что я инструмент, я со стороны смотрю, и я пытаюсь всяческими способами, не знаю, как-то внутренне сделать так, чтобы кундалини меня вычистила. То есть мне ничего не надо, я ничего не прошу, сейчас прошу только агью как-то вычистить. И бывает, сидишь, медитируешь, и ты прям отдаешься кундалини, и в агии так раз защекочет. Но у меня сейчас не было такого на медитации, это иногда бывает. Или в других чакрах это тоже, в других чакрах бывает щекочет. А когда щекочет в агии, ты такой потом просветленный ум чувствуешь, что вот эго или суперэго чуть уменьшились, не мешают. Это так прекрасно. Наверное, тоже, вот как Рита говорила, программу очень сильно подстегивают, и надо каждые там несколько дней они проходят, и надо быть в каком-то нормальном, чистом состоянии. Раньше у меня не было такой потребности, я могу неделю как бы наблюдать за собой, в каком я состоянии, позволять себе как-то, ну, отклоняться. А сейчас надо просто взять, собраться каждый раз. И я прошу сейчас кундалини, это очень хороший, мне кажется, шаг, что какие-то вот начинаются внутренне находиться состояния, когда ты отдаешься ей, открываешься, она может вычищать. Раньше такого не было, но у нас всегда ответ находится на потребность. Вот появилась потребность, нашелся ответ. Также вот Рита рассказывала, у нее появилась потребность быть кармичный, она же не может говорить то, что не делает. И сразу у меня стало это получаться лучше. Я очень рада. Вот тоже принцип нашего поведения движется изнутри, снаружи. Интроспектируйте себя. Это было по поводу прибудияния, Шримаджи сказано. Но... Недавно у нас тоже с Ильей были большие интроспекции по поводу того, почему нечистота какая-то есть в уме. И как бы мы пришли к тому, что надо смотреть на свое поведение. Вот Илья говорит, ну вот ты себя плохо ведешь, неправильно. Постоянно потакаешь своим слабостям. Это значит, что у тебя внутри есть негативность. Она идет изнутри наружу, просто проявляется в поведении. Как Лина говорила про глаза, то есть наше состояние, оно через глаза, через лицо даже, мимику, через все просто выражается, в том числе через наше поведение.
И когда я в последнее время стала замечать, как сильно потакаю своему суперэго в поведении именно. Вот мне нужно что-то сделать, а я откладываю. Я себе даю какие-то послабления, постоянно какие-то, ну, не знаю, как это назвать, недисциплинированно себя веду. Я и увидела очень сильно вот эту негативность с правой стороны. У меня стало просто постоянное давление чувствоваться. То есть раньше я ее даже не замечала, но я так делала, но не чувствовала это давление, а теперь прям чувствую чакру, то есть она явно у меня постоянно присутствует, суперэго, и на меня давит. И это произошло, когда я начала бороться со своим поведением, ну как-то приходится все равно не потакать ему, а действовать по-другому. Это тоже один из шагов вот важных в жизни, мне кажется, осознать, что есть негативность внутри. Потому что раньше я просто, например, говорила Илье, ну я не могу, я устала, я так плохо себя чувствую, я не могу эти полы помыть, потому что сил нет, у меня столько дел, или что-то такое. А сейчас я просто понимаю, что сейчас будут уловки суперэго. Сейчас я все что угодно придумаю, почему я не могу это делать, просто встаю и делаю. И понимаю, что у многих людей это происходит само собой, и никому не нужно себя заставлять. Но вот у меня лично это огромная проблема. И мы вспомнили, как с Ильей обсуждали, как в первый раз в жизни я почувствовала свой дух, медитировала, давно было, когда только, наверное, программы Андрея появились, где-то я помню, что это было в мае, 3 года назад, получается, не знаю. Я медитировала и вдруг почувствовала дух, вот я почувствовала себя единым целым со всем миром, как будто вообще меня нет, я вот одно чистое сознание, иду, вижу вот этот свет, все в таком любви, радости вокруг, ну вообще другой мир. Я иду на кухню, мою посуду, она там лежит, не помытая, я прихожу, мою посуду, и я почувствовала вот это, что у меня ни малейшего сопротивления помыть посуду или что-то сделать. Вот такая вот легкость. Да, ну то есть ты даже ничего не понимаешь, ты просто идешь и делаешь то, что нужно, ты видишь и делаешь. И я это рассказывала каким-то йогам на московском фестивале, когда он был летом, и Нирананда там присутствовала. И на меня люди так смотрели странно. И это состояние духа. А для меня, да, потому что эго и суперэго на второй план ушли, а на первый вышел дух, действительно. И для меня это было состояние вообще нереальное. Такого никогда не было, чтобы ничего внутри меня не сопротивлялось. Это просто супер. Вот. И про страдания ума, вот это тоже, наверное, то, что подходит под мой опыт, когда я чувствую, что «О, я так страдаю, мне так тяжело», или «Как можно любить всех людей?» Ну, они так, вот это тоже тема присутствует. «Как можно вот ко всем хорошо так относиться?» Это страдание просто ума. Вот, у сердца нет таких проблем, оно просто, когда открывается, оно просто любит. И не видит препятствий. Даже когда человек делает что угодно, как бы он себя ни вел, да тебя это как-то вообще не касается. Потому что страдания от того, что кто-то себя не так ведет, они в уме возникают. И здесь, конечно, вот эта фраза великолепная. То, что может страдать, кто может страдать, кроме этого ума, который не касается вас, того, кто является свидетелем. То есть мы являемся свидетелем. Вот, но я дальше не буду продолжать про первый путь Джугуру в Лондоне. Это я давно уже изучала эту лекцию, и еще до сих пор каждый раз прохожу это, и каждый раз прохожу столкновение вот своим эго, когда оно есть, ты не можешь любить всех, ты не можешь относиться ко всем одинаково с любовью и принятием, а потом сердце побеждает, и все, и ты можешь. Просто как переключение. Но если я не могу любить всех, я просто знаю, что у меня, значит, еще не дух главный.
Вот, и, ну, просто расту. Спасибо большое. Я ворвалась в эфир обычно. Последнюю выхожу в эфир. Присоединяйтесь, пожалуйста, кто еще не сказал. Будет очень приятно слышать всех. Спасибо за внимание. Всем добрый вечер. Я тоже хотела выступить, ну, буквально несколько слов, потому что все вот это все письма, эта лекция, матери, настолько они глубокие, что, наверное, каждую фразу можно как-то вот выразить и понять значение. Иногда не сразу некоторых моментов приходится, но постепенно, как бы меняется наше состояние, и все глубже мы проникаем вот в эту вот божественные эти знания матери. Я вот хотела сказать такой один момент про совесть пробужденную. Шриматаджи говорит здесь так: если вы продолжаете убивать вашу пробужденную совесть, а вы свободны делать это, то вы теряете все шансы на восхождение. Вот такой момент меня очень как бы тронул. Ну, уже много сказали, поэтому здесь как-то вот уже выделяешь такие моменты, о которых еще не освещено ничего вот в нашем обсуждении. И, значит, еще по первой пуджи гуру в Лондоне. Для меня вот эта лекция, она как бы является как кодексом основного поведения сахаджа-йогов. Или кодексом чести и совести, если так сказать. Здесь Шриматаджи дает все основные пункты вот этого нашего, ну не знаю, поведения или нашего вот этого нашего всего внутреннего состояния, какое должно быть у йогов, когда они принимают мать как гуру. Ну вот такой первый принцип, о котором еще мы как бы не отмечали сейчас, это что Шриматаджи говорит, что вы должны быть дисциплинированным сахаджа. Но о том, что у нас должна быть речь, я просто тут несколько слов скажу по следующим пунктам, это то, что речь должна быть не грубая, так как это величайший грех, если мы разговариваем неправильно друг с другом. Еще в такой момент: не пытайтесь исправлять других. Ну, уважайте себя и других. Это я уже как бы перехожу дальше. Это все говорили об этом. И вот еще она сказала: старайтесь любить. Это божественная любовь, абсолютно чистая, возвышающая, которая помогает вам восходить. Ну, вот это вот. А, и еще... Она, Шриматаджи, здесь говорит о том, что доставляет ей величайшее наслаждение, когда мы, как ее дети, помогаем друг другу, любим друг друга, стараемся быть абсолютно смиренными. Вот это ей приносит очень величайшее наслаждение. Еще вот такой аспект или правило наше внутреннее такое: мы должны быть в личной жизни честными, абсолютно честными с самими собой, не обманывать себя, интроспектировать наше поведение и заботиться о своем целомудрии. Еще такой пункт, что мы не должны критиковать сахаджа-йогу. Это я тоже выделила, потому что здесь такой вот интересный и очень важный аспект. То, что познать Бога мы можем только через сахаджа-йогу. И мы не должны критиковать сахаджа-йогу, так как это работа самого Бога.
Ну и как бы в завершение моего такого выступления небольшого я хочу сказать, что Шри Матаджи говорит, что вы мои самые дорогие дети, вы мои собственные, вы моя собственность. И вы должны достичь, вы должны делать самую важную работу на земле. И что бы я вам ни говорила, вы должны повиноваться. То есть вот этот вот аспект гуру, то есть мы должны принимать все, что говорит мать, и без всякого сопротивления внутри. То есть это наша, как сказать, как харма в этом. Вот на этом я заканчиваю. Спасибо. Джей Шри Матаджи. Во-первых, вы знаете, так радостно слышать в целом всех, вот в целом, не поодиночке, а в целом. И я думаю, как же мать всех вас нашла, что вот мы так хотим общаться и так растем, коллективно растем. Если бы эту лекцию, почему вот я когда все это прочитала, особенно вот лекцию, не письма, а лекцию про первый Пуджигуру, я подумала, думаю, боже мой, да, 77-й год, сейчас уже 2020-й, как-то так наша, это нам не попадалась эта лекция и так далее. Ну, вроде как, сожаление у меня было, но быстро поняла, что если бы мне эту лекцию прочитать тогда или услышать тогда, когда я пришла в Сахаджа-йогу, я даже не представляю, что бы я делала, потому что мне это настолько тогда было. С одной стороны, это все, что мать говорит, вроде бы понятно, это просто для человека обычного, не сахаджа-йога. Все знают о том, что как говорить, как вести себя и так далее. Но это все знает, было знание на, как я говорю, на коммунистическом уровне таком, не на уровне сознания. И поэтому непонятно было бы, о чем вообще речь идет, с одной стороны. А с другой стороны, если бы вот этот кодекс так вот передо мной изложили бы, и я бы старалась все это выполнить, у меня бы не получилось. Потому что либо я бы стала лицемерить, потому что я стала бы стараться быть такой, какой просит нас мать. Это было бы лицемерие. И я бы не увидела себя, какая я есть на самом деле. И вот я думаю, что хорошо, эта лекция мне не попалась тогда. Я все годы была, ну это у меня вообще такое кредо, конечно, как бы я ни ошибалась, но я должна увидеть себя. И поэтому я не должна лгать себе, лицемерить, не буду вести себя так, как вот какая я есть. Потому что когда я вижу себя, это уже 90% же решенной проблемы. И поэтому очень хорошо, что вот я и мечтала эту лекцию. Я была такой, какая есть. Ну, похоже, и многие из нас, вот судя по вашим выступлениям. Но сегодня мы уже существенно изменились. И поэтому на сегодня мы приходим вот к таким выводам, самым главным, о любви ко всем. Вот как хорошо Лина говорила, и Наташа, особенно пример, который привела, как она пришла на работу и любила всех. Вот это вот очень важное достижение сахаджа-йогов. И, наверное, если вот сколько нас вот человек здесь, 20, мы понимаем и осознаем, о чем речь, и даже что-то умеем, и не так уж и мало на сегодня, значит, сахаджа-йога уже состоялась. Вот это очень радостно, это осознавать и знать это. И это вдохновляет на дальнейшую работу нашу в сахаджа-йоге. Ну вот это вот я по поводу лекции это хотела сказать. И еще вот небольшое мое наблюдение. В первом письме, значит, когда мать говорит, что каждая идея реализованной души может быть материализована. Здесь мать говорит о материализации нашей радости и состояния и так далее. Но я хочу сказать, когда мы вот уже осознанно стали медитировать в духе, я проходила такие уроки,
что материализовать, я очень удивилась тогда, ну, что материализовать можно любое желание, когда ты в состоянии, когда мы его называем «кто я» или в состоянии духа, когда ты отражение Бога Всемогущего. Я проверяла на материальных проблемах. Вот мне очень трудно было связать. Ну вот духовная радость, это вот понятно, это проявить. А вот что мне выплатят деньги, которые у меня там своровали или обманули меня, мне в это было поверить просто трудно, потому что деньги – это материальная, очень материальная часть жизни, и связать это с моим желанием вот в духе как-то я не могла. Но вы знаете, на самом деле это все правильно, это все происходит. То есть материализовать мы можем абсолютно любую идею, ну, конечно, чистую идею, которую мы хотим материализовать. И только важно быть в этом состоянии. Вот я просто отметить хотела, Кадесь мать об этом не говорит, конечно, о материализации такой вот, таких практических идей, но это происходит. И последнее я хотела сказать, вот, а второе письмо, тут вроде бы ничего даже и нет. У нас ударения такие, вот когда вот Рита говорила, потом тут еще на разные немножко аспекты пошло. Рита говорила, что об управленцах нашей жизни, что такие, как Гандиджи, там не стоит там ждать, таких надо быть самими. Но вот у меня, когда я читала, вот об этих так я не думала, а все внимание пошло только на одно слово. Верил. Верил в любовь Бога, верил в дхарму, верил в единение Гандиджи. Вот это слово «верил», оно просто как просто резко ударило по-хорошему так меня. Именно этого нам часто не хватает, силы веры, потому что вера приходит тогда, когда ну, сильно нам плохо, то есть от нужды. А вот просто постоянно верить в то, что дает нам мать, это вот научиться этому стабильно, и чтобы это стало просто вошло в наши гены. Мы же изменяемся на генном уровне. Вот я об этом хотела сказать. Но это все, что вот мне хотелось как бы дополнить немножко, и все, потому что все было сказано и очень радостно. И вдохновенно стало от того, что все это услышано и делается нами. Джей Шри Матаджи. Надеюсь, что было хоть как-то слышно. Я держала ползунок, бегунок на месте. Спасибо всем большое. О, и он упрыгнул сразу почему-то. Все. До свидания. Спасибо большое, Галина Антоновна. Мы еще в записи сделаем погромче, и будет хорошо все слышно. И сейчас было слышно на полной мощности, правда, но все равно. Спасибо за ваши слова. Мы, наверное, сейчас закончим пока обсуждение. И еще буквально немножко помедитируем. Несколько минут. Давайте все внимание направим внутрь себя, на Шри Матаджи, находящийся в нашем сердце. Сделаем поклон, подъем кундалини. Иван.